Сразу понятно, что играют в футбол. А когда вы говорите, что мы играем в футбол, у вас тут травка растет, вы говорите, что не часто играете. Вы через месяц приехали, хорошо. Мы в пыли будем по ушу, все текет. Ну, сейчас мы будем через месяц и без вас пыль будет. Мы вас приглашаем, да? В конце июля. Мы планируем... Вы же нам обещали приехать. 1 августа обещали. Июлю надо сдать. Ну, а вы к нам приедете. А мы, разговор. Знаете, все, вот, хоккейную коробочку отнимать. Галечка, сразу раз, а там другой. У вас все есть для того, чтобы сделать этот комплекс быстрее, чем в Алгайце. Им надо снос большой делать. У них там на площадке находятся и здания, и огороды, и там старые какие-то тренажеры. Это нужно убирать, а у вас-то чистая площадка, можно начинать хоть завтра. Мы готовы. Начинайте. Мы готовы. Начинайте. Все вопросы, которые нужно решить нам, для того, чтобы запустить этот проект, решить. Поэтому вы можете начинать. Старт дан. Спасибо вам большое. Все. Стартуйте сразу, пусть праздник. Отлично, вот. Начнем-ка все. Метов там, он уже знает все. Есть шанс сдать так, не торопясь, 1 июля. Хорошо.